Такой мат смешной. Да, да. Еще одну вещь хочу сказать, как же вот камеру, да? Клянусь Аллахом, все, и вот извините, простите меня за мой мат, короче, да, вот бывает там тревожит, короче, меня, да, когда туда захожу. Некоторые личности начинают, мне они неприятны, начинают меня задевать как-то, что-то, короче, провоцировать меня. Я очень сильно стараюсь не материться, не знаю, да, нервоз подводит меня. Начинаю там материться и все такое. Каждой семье извиняюсь лично, короче, да. Извините меня, если что. Больше очень сильно буду стараться этого не допускать. Хотя каждый раз, когда туда иду, короче, да, об этом и думаю, и хожу, ну, так получается, выходит, да. Кто-то слушает, да, кто-то не слушает, но, опять-таки, тысячи извинений каждой семье лично. Получается так, не знаю. Я лично так думаю, да, пришли там, да, все деньги зарабатывают, да, все хайпуют там, я не знаю, да, но я не хотел бы никакие хайпы, никакие деньги там сидеть, материться или кого-то задевать. Но когда тебе задевают, я думаю, каждый пацан понимает, что я сейчас говорю, терпит, бывает, хоть камеры смотрят на тебя, хоть люди смотрят, хоть на улице это происходит, хоть кто бы рядом не был, там выходит уже мат, перемат, короче, да, и каждый раз поэтому свои конференции тоже не смотрю, мне... Честно сказать, противно бывает, короче, и так выходит. Будем стараться, иншаллах, не материться, как-то все плохое оставить и двигаться дальше. Реально так и бывает. Каждый раз, когда выхожу, вот думаю, да, самое главное, что вот не материться. Вот. Вот да, конечно, я им даже говорю, когда туда было, да. Перехожу туда, оттуда кто-то что-то скажет, оттуда кто-то что-то молчишь, потом кто-то что, потом буду думать там, короче, люди так сейчас подумают о тебе, как подумают, и он вымораживает, и сам не замечаю уже, что выходит, не ходит, и когда отрывки мне кидают, короче, вот, смотрю, короче, и реально сам не смотрю свои конференции, мне, честно, неудобно бывает очень сильно. Ну ничего, будем стараться больше не материться, ничего. Исправляться. Да, исправляться, иншаллах. Пускай Всевышний простит нас всех. Аминь. Что, выскочим?